Сейчас я вам покажу забытый, можно сказать, секретный способ рубки брёвен для строительства шалашей, разных конструкций при провождении времени в лесу, для костров, нарубить дрова. Меня удивляет, почему многие так не делают. В основном я вижу, как рубят вот так, вот так. То есть выщипывается какая-то часть щипа, отлетает, бам, бам, отлетает, бам, бам, отлетает. Дело в том, что при неудачном ударе это может отлететь в лицо. Сколько раз у меня так было, очень было неприятно. Я вот вам сейчас покажу такой способ, который, возможно, вам понравится. Так. Это может лежать бревно на земле. Пожалуйста. Я сделал подставку. Так будет еще легче. Сейчас буду вам показывать данную рубку. Так. Опор на длинном топорище. Сила удара большая. Вот. Так что это будет вполне себе не так сложно. Так, начинаем. Находим удобное положение. Бьем под углом, чтобы щипа наш прорез выщипывал, а не просто углублял. Давайте вот так под углом. Начинаем. Опа. Вот моя здесь ошибка. Кстати, оказывается, ветки стояли. Это тоже было опасно. Сейчас. Начинаем. Бьем примерно по одной линии. То есть такая диагональ у нас получается. Так, примерно вот так. Так, теперь наша задача перевернуть его вперед. То есть начинаем с чистого листа, но только с другой стороны, по той же линии примерно. Сейчас. О.
той же линии. Диагональ наша. Шагу. Так, застрял немного. Берем бревно, другое. Бьем головешки. Вдохнем немного. Сейчас. Опять давайте перевернем. Здесь уже примерно мы достаточно с общей части древесины уже ослабили, волокна разрубили. Можете уже так же
вот оно разломалось. Мы вот наш труп. Как вы понимаете, здесь сантиметров 20-25. Примерно мы бьем в одну, по одной линии по диагонали, но без щипы получается практически. Ничего у меня не отлетало в глаза. Вот так идем, как пилой, короче, да, по диагонали. Вау, вот так. В конце уже, как уже поймете, что скоро сломается, можете прям посередине бить, но сломается. Так. Диагонали, бам-бам-бам-бам-бам, ее расслабляем, волокном все разрезаем, вот и все, уже там держится буквально там на кусочке, когда уже бам, она сломается. Дальше можете. Да, это сейчас была моя ошибка, когда я ногу поставил. То есть на пути топора в таком случае нельзя. Можно снять. Чистое дерево, оно так быстро сгорится, нежели чем с корой. Так. Еще можно его обтесать, также по диагонали бубнем, сделаем надрубки, так еще быстрее загорится. Можно, конечно, его вдоль расколоть, но тоже застревать будет, конечно. Как вы видели, я использую длинное топорище, и это плотницкий топор. Ну, вы как понимаете, в принципе, любителю бушкрафта походов такого достаточно прям с головой. Когда-то у нас ничего не было. Ходили с одним ножом. Вот так. Топор насажен обратным садом. То есть здесь уже расширение идет, не дает выпрыгивать никаких клиньев. Здесь я забил пространство только, чтобы он вперед-назад не клевал. То есть вот так зафиксированный был. Так. Сделано из ивы. Просто срезал его. Можете и свежий, и сухой. Вот в этот раз у меня сухая попалась. Можете и свежий. Ива очень гибкая, мягкая. Оно мягкое, легко обрабатывается. Но в то же время очень гибкая, для ударной нагрузки в самый раз.
растет около влажных мест, допустим, речек там. Оно как кустарник такой. Так как сила удара здесь большая, нагрузка большая, ну, как раз подойдет. Можно клен. В идеале вообще два топорища сделать. Запасной тоже. Все может случиться. Ну, как видели, я бил со всей силы. Как было, такое топорище такое осталось. Ничего страшного, если сломается. Можно заново сделать. Так как это такой же расходный материал, как и перчатки, которые у вас порвутся. Так, сейчас сидим, отдыхаем. Отдыхайте, давайте тоже приходите, пока есть возможность у вас отдохнуть, не откладывайте на потом. Вот так, потихонечку развиваемся. Какой-то опор, в общем, здесь плотинский обычный. Сделал его клиновидным, тоненьким по ширине, чтобы проникающая способность, рубящая способность была выше, чем у плотинского. Ходил и с плотинским, помню, вполне доволен. Но когда уже речь идет о больших бревнах, конечно, лучше такой. Так как широкие лезвия, они есть хорошо. Так. Сидим. Сидите тоже со мной. Сейчас отдыхаем. Когда рубите, одевайтесь по погоде, конечно. Но не перегревайтесь, когда идете с рюкзаком. Вот как видите, я футболка внизу, легкая спортивка и обычная легкая толстовка. Вполне. Было бы еще солнце, здесь бы жарко было мне. Вот. С собой есть еще там жилетка теплая. В такой одежде дышащей у костра сидеть само то. Тепло проникает прям беспрепятственно. Сейчас идет дождь, снег. Так что это все может оседать, как-нибудь мокнуть. Но почему-то сейчас ничего не происходит. Снег он какой-то не мокрый. Был бы мокрый, конечно, прилип. Вот так. Это дерево я рубил. Ольха называется. Вот. Какую-нибудь стоячую березу, которая уже мертвая. Она внутри уже будет гнилая, скорее всего, сырая. Подходит только для постройки какой-нибудь конструкции или для взятия бересты.
Время идет достаточно быстро. Как вы понимаете, сейчас зима. Такие бревна для костра самото. Зима, осень, весна. Когда еще снег. Или уже холодные дни, ночи. Вот самото. А летом, если ночуете, летом даже уже днем, обычно даже костер неохота делать, жара стоит, комары там, и так далее. Вот в костер так уже часов 12, бывало и 2 часа ночи, когда уже начинается более прохладная погода, температура. Там уже, по сути, не стоит рубить сотни килограмм на ночь. Тратить силы и так в жаркую погоду. Достаточно вот такой толщины. Можете прям спилить, можете срубить. В идеале вообще приобретите себе и пилу, и нож, и топор. Научитесь это все ремонтировать, затачивать. Идеальное соотношение будет, нежели просто с ножом идти одним. Вот так. Давайте счастливо. Надеюсь, вам пригодится этот урок бушкрафта. Так, продолжаем отдыхать. Вот, хотел показать, как согреть. Можете даже вскипятить воду. Пластиковые бутылки. Ну, кипятить не советую, конечно, там вредные вещества начинают активно растворяться в воде. Вот. Плотно, чтоб никаких пузырьков не было. И я уже в ней сейчас вскипятил. Здесь был сейчас куски льда, там плавали и так далее. Вот. Главное, чтобы крышка была не в сильном жару, чтобы она не расплавилась. Можно вот так прям. Хоба. Эта штука у вас не лопнет, не растает там, не потекет. Можете в угли, можете на открытый огонь. Главное, чтобы бутылка была заполнена водой вместе, место, где нагрев идет, не было там пузырьков. Вот примерно вот так. Как видите, ничего не происходит. Можете вот так поставить. Она у вас согреется. Особенно в холодное время года. Это нужно. Так как пока вы дойдете, посидите, это уже может покрыться кусками льда. И просто больно будет пить ледяную воду. Вот так ставим и ждем. По мере нагрева можете проверять. Кстати, может нагреться именно внизу, а не здесь. Так что так
смешиваем холодную воду и горячую, которая была снизу на месте нагрева. Здесь было воды у меня литров 700. Быстро это согрелось. Сейчас она теплая. Самое то такую пить. Не горячая, не холодная.